ДНК духовного умножения, вторая буква «Н» от слова «новый». Умножение всегда предполагает новые меха. Старое должно погибнуть, умереть, и ускориться должно развитие нового, появиться новые меха. Не случайно в Евангелии от Луки, 5 глава, с 36 по 39 стих, мы читаем следующее. «При сём сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые». А потом он говорит интересную вещь. «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Эта притча противопоставляет Старый Завет, Ветхий Завет с Моисеем и Новый Завет со Христом. Христос и Церкви не могли вместиться в старые мехи иудаизма. Должны быть новые мехи, новые меха, которые приходят с Церкви Иисуса Христа. Иудействующие пытались влить новое вино в старые мехи. И стало понятно, что это невозможно. Должны быть новые мехи, должна быть новая церковь, новое вино, Евангелие, распространяющееся по всей земле. И вот в Европе мы видим замечательные соборы, и когда они были построены, они были новыми мехами. Их построили любящие Бога христиане, которые хотели собираться, которые хотели следовать за Христом, которые хотели славить Бога, выражать свою благодарность, хвалу Ему. Но что же случилось со временем? Со временем эти здания начали пустеть. И да, есть люди, которые любят старое вино, до сих пор любят. В каждое время, в каждую эпоху должны быть новые церкви, новые винные меха. Должны быть новые служения. Для того, чтобы новое вино Евангелия, новые дела Божии находили себе место, находили место для роста и умножения. Невозможно все впихнуть в старые привычные формы. Тогда никакого умножения не будет. Итак, цель умножения заключается в том, чтобы развивались новые меха. Я постоянно использую слово «развиваться». Еще одно важное слово — «катализатор». Некоторое время назад я читал книгу, которая называлась «Морская звезда и паук». Автор этой книги говорил, что в разных организациях бывает разная структура. Есть организации, которые похожи на пауков, а другие — на морских звезд. В чем отличие? У паука есть центральная часть, есть щупальца. Если хочешь убить паука, нужно погубить его центральную часть, раздавить. Морская звезда принципиально по-другому устроена. Нет там центральной части, нет головы, которую можно уничтожить. Можно отрезать часть морской звезды, но морская звезда продолжает жить, потому что
там нет иерархии. Скорее, там горизонтальное соподчинение, сосуществование. В этой книге говорится о том, что есть время для старых мехов, есть время для паучьих организаций, например, армия или правительство, власть — это паучья организация по своей структуре, это иерархия, это уровни иерархии. Но всегда есть опасность. А что если погубят руководителя? Что если уйдет руководитель или убьют его? Но должны быть также и горизонтальные организации. Организации с горизонтальной структурой, новые меха, новая структура, новые подходы. И вот то же самое противопоставление мы можем найти между, с одной стороны, генеральным директором, то есть руководителем организации, руководителем бизнеса, предприятия, и с другой стороны поставим катализатора, человека, который поощряет развитие, каталитическое служение. Функции генерального директора и катализатора принципиально различаются. Генеральный директор — это босс, он находится на вершине служебной лестницы. Катализатор работает с людьми на равных, как друг. Генеральный директор находится наверху и поэтому управляет распоряжениями и властью. Катализатор, с другой стороны, устанавливает доверие. Генеральный директор должен управлять рационально. Его дело — создавать добавочную стоимость. Катализатор зависит от эмоционального общения и создает личные отношения. Генеральный директор имеет власть, он у руля. Катализатор вдохновляет, сотрудничает. Он работает с идеологией, он помогает людям работать вместе. Катализатор имеет власть, а поэтому всегда в центре внимания. Катализатор избегает внимания и работает за сценой. Генеральный директор создает структуру. Катализатор работает в условиях хаоса. Это абсолютно разные подходы. Это не значит, что генеральные директора и организации паукообразные плохи сами по себе. Нет, ничего подобного. Но смысл в том, что новые меха соответствуют лидерам-катализаторам, а старые меха, старый способ действий чаще всего соответствует генеральным директорам. Смотрите, приходят новые организации, и им приходится осваивать некоторые организационные аспекты. Должна быть власть, должно быть единство, должен быть контроль качества, даже в новых мехах. Иначе организация просто разорвется, развалится. Итак, что же такое катализатор? Приведу химический пример. Возьмем, например, жидкий азот и жидкий водород, и под давлением их соединим в какую-то емкость, в сосуд. Зальем. И ничего не происходит. Итак, жидкий водород, жидкий азот, все это в баллоне. Ничего не происходит. Но если туда добавить кусочек железа, тогда железо выступает в качестве катализатора. Начинается химическая реакция, и получается аммиак. И для того, чтобы были новые меха, должно быть каталитическое руководство. Они неразделимы. Смотрите, допустим, мы собираем большое число людей в одну комнату. Они сидят, разговаривают, беседуют о том, о сём, обо всем. А потом туда помещаем еще одного человека, который направляет дискуссию, направляет обсуждение, у которого есть цель, у которого есть направление. Все меняется. Он становится катализатором. И знаете, что еще интересно? Сам катализатор не вступает в химическую реакцию. Иными словами, если мы поместили водород и азот в один баллон, и туда еще и железо поместили,
появляется новое вещество, получается новое соединение, но железо в этом соединении не участвует. Такова роль катализатора. Вы не участвуете или не обязательно участвуете в новой реакции, не обязательно входите в новое служение, в новое меха. Если я хочу начать новое служение, развивать новое служение в церкви, я не обязательно буду участником этого служения. Если я хочу стать катализатором некого библейского изучения, библейской группы, я совершенно не обязательно должен участвовать в этой группе. Если я должен быть катализатором каких-то новых мехов, мне совершенно не обязательно в них участвовать лично. Потому что если я стану участником, то перестану быть катализатором. Смотрите, моя роль руководителя церковного служения региона Соединенных Штатов Америки, я катализатор, я не член этих церквей. Я приезжаю и помогаю. Если есть, например, здоровая церковь, которая хочет основывать новую церковь, я становлюсь катализатором, я даю им идеи, направления для того, чтобы они основали новую церковь, но я не становлюсь основателем церкви, потому что не в этом моя роль. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.